врагу не сдается наш славный варяг. Вообще все не так страшно на самом-то деле. Всем привет, всем моим подписчикам и всем моим друзьям. Я приехала в Юрмалу в субботу и снимала это видео в течение выходных и в течение нескольких дней недели, чтобы показать, что происходит в Юрмале в декабре, в конце декабря, прямо перед праздниками. Всем приятного просмотра. К сожалению, в субботу мне удалось снять совсем немного, потому что стемнело очень быстро, и от холода у всех моих гаджетов сели батарейки. Вот сейчас вы видите нашу знаменитую черепаху, и люди приезжают и фотографируются с ней на фоне Baltic Beach Hotel. Было красиво вечером, все было в огнях. Жаль, что мне не удалось снять подольше. Это единственная запись в воскресенье вечером. Я не могла записывать днем, потому что главная улица Йомас была переполнена людьми. Просто невозможно было записывать. Все ларьки, конечно же, открыты, все магазины открыты были, все кафе. И было очень-очень много народу весь день. Сегодня понедельник. Вы видите, что улица немножко пуста. Но многие кафе и магазины открыты. Еще только 11 утра. Еще все, может быть, приедут. Давайте пройдем и посмотрим, какие заведения открыты, а какие закрыты. Ну вот кафе 53 открыто, например, да, в понедельник. Нормально. Вот тоже заведение открыто. Музыка играет. Не знаю, как там внутри. Не была. Вот Йомас. Ну, пусто. Но все равно... Классная погода, хорошая. Магазинчик открыт. По-моему, парикмахерская открыта. Еще магазинчик открыт. А, вот аптека открыта, что немаловажно. Тоже хорошо. Ну, так что можно в середине недели приезжать. И есть где покушать, и есть где купить лекарства. И новое белье. Ну, в принципе... Походить, погулять, даже в морозный день, как сегодня, минус 3 вроде как. Немножко идет снег. Есть где посидеть, в принципе, даже на любой вкус. Посмотрю, смогу ли я выйти на море, потому что ветер сильный. Вот тут открыто заведение, таверна, так сказать. Никогда я здесь не была, но тут играли мои знакомые музыканты. Ресторан Юра, я так понимаю, открыт. А людей нету, машина только едет. Не надо меня давить. Ну вот у нас концертный зал Дзинтари. 25, 26, 31, 25. Вот видите? В этом зале. А интересно, как там? Там же холодно. Новогодний какой-то концерт. Ну вот я зашла в кассу и спросила. Там, оказывается, есть зимний зал на 400 с чем-то человек.
вот тут вот, да, то есть летний, конечно, не работает зимой, а в зимнем 400 с чем-то человек, и билетики стоят, в зависимости от концерта, от 10 до 50 евро, что, в принципе, нормально. Ну, так сильно дует, что вот когда я шла, дошла до половины и развернулась обратно. Холоднющий ветер, где-то, наверное, такое впечатление, что минус 10 по ветру, но это, конечно, не минус 10. Но лучше не рисковать. Ну вот, после моей прогулки я пришла на Йомас, и к вечеру там уже появились люди, зажглись фонарики, и все стало намного праздничнее и интереснее. Идем на море, сегодня погода шикарная, просто шикарная. Солнышко светит, минус 5. Прекрасно, просто обалденно. Пробежаться бы, но лучше не надо. С непривычки. Красота. Вот такая она, Юрмала, в декабре. Холодно, но в то же время тепло. Но это просто кайф и счастье. Кажется, что там такое? Море, песок, снежок, лесок. А вот нет, какая-то энергетика здесь такая, что ты смотришь на все на это, думаешь, а вот так, приезжайте, сами почувствуете. Только гулять надо долго и нудно. Нет, не нудно, но долго. А иначе ничего не почувствуется. И вот пошел снег. Много снега. Классный. Большой. Минус 5. Хороший снег. Такой не мокрый, но и... Можно еще, если бы еще подморозило, было бы еще лучше. Супер. Юрмала в снегу. Ветер в лицо, снег в лицо. Врагу не сдается наш славный варяг. Но главное, что мне тепло. Это главное. Потому что это главное. Вообще, конечно. Вот блин. Класс. Супер. Да. Главное не простудиться. Главное, не забудь сказать главное, потому что это главное. Вот так вот, вот такая она Юрмала. Всякая бывает. Вообще все не так страшно на самом-то деле. Это я такая, потому что я прошла 6 километров и попала в метель. Вот, поэтому вот так. Вот, а на самом деле все не так страшно будет. А сейчас, я надеюсь, я пойду пить кофе из автомата, если кто-нибудь мне добавит 8 копеек, потому что у меня их не хватает. А сегодня Йомас вот такая, вся в снегу. И опять много кафе и ресторанов открыты. Красиво и не ветрено, как вчера. А я решила не кофе пить, а горячий бальзам за 5 евро. Вот тут прямо около кафе на Йомас. И продается. Вот и кафе открыто, или это ресторан. Золотой теленок. Это золотой теленок? Да. А, золотой теленок. Кто же не любит этот звук скрипучего снега? А? Ну вот. 6:30 вечера, вторник, Йомас, все не так плохо. Есть люди, есть снег, есть подсветка. Очень приятно прогуляться вечером перед ужином или перед банькой по снегу.
а сегодня уже среда. Другой день, другое небо, то же самое море. Привет, ворона. -4. Многие говорили мне: ой, тут скучно, тут холодно, все закрыто. А вот и неправда. И в доказательство я записала это видео. Смотрите, наслаждайтесь. Всем спасибо. Вот и наема снежок. Уже темнеет. Почти 4 часа. Это у нас что? Среда. Видите, люди есть. Магазины открыты, погулять можно. А вот мое любимое кафе «Де Густо», кондитерское. Там вкусно все. И особенно солянка и салатики. Ну вот, сегодня мой последний вечер в Юрмале. Я была здесь 5 дней, и мне очень понравилось. Совершенно не скучно, совершенно не мрачно. Вон, пожалуйста, огни, кафе, магазины, люди. Сейчас 5 часов вечера, сегодня среда. Я прекрасно провела 5 дней. Еще я была в спа, о котором я сняла другое видео. Так что приезжайте, не пожалеете. Всем пока!